Всем привет, дорогие зрители! Я приехал в район Махмутлар, недалеко от моря. Нашел 4-комнатную квартиру, 3+1, двухуровневую, с видом на море, на горы и на соседние здания. Я уже здесь снимал, у меня здесь есть еще 3-комнатная квартира, которая стоит 80 тысяч евро. Вот в том здании, на том этаже. Так, там тоже был вид. Кому интересно, обращайтесь. Ролик у нас на канале, можете посмотреть. Здесь присутствует у нас вот такой открытый бассейн. Дорогие, вот открытый бассейн. Здесь детский бассейн. Такой ухоженный маленький сад. Снаружи у нас открытая парковка. С правой стороны там 50 метров от меня. Улица Барбаросса. До моря максимум 210 метров. Присутствует генератор. Кто желает купить недвижимость в Турции, обращайтесь, поможем, чем можем. Здесь также присутствует 2 лифта. На нижнем этаже, можете посмотреть в ролике, у нас есть сауна и турецкая баня. Айдат 200 лир. Вызовем лифт, вот такой лифт. Поднимемся на 7 этаж этого проекта. Квартира находится на 8-9 этаже, как бы, по российским меркам. Прибыли мы на 7 этаж по турецким меркам, 8 этаж по российским меркам. А здесь такая у нас площадка, коридор лестничная. На этаже 3 квартиры. 2 здесь и 1 тут. Так. Наша квартира это. Здесь вот такая прихожая. С правой стороны лестница, которая поднимается на 2 этаж. Зданию 3 года. Сразу я пройдусь в эту сторону. Вот у нас лестница. Здесь у нас кладовка. Это у нас спальня просторная, где-то есть 12-13 квадратных метров. Вот такой вид. Выйдем на балкон. Вот такой просторный балкон. Вот у нас вид на море с этого этажа. Также есть хороший вид со второго этажа. Вид на горы, на соседнее здание. Так. Вот такой просторный балкон. Высота потолков 2,70 сантиметров, здесь 70 сантиметров. Вот наша вторая спальня, она поменьше, чем другая, где-то 10-11 квадратных метров. И вот наша гостевая комната, которая выходит на балкон. Вот такая просторная. И здесь у нас санузел. На первом этаже этой квартиры один санузел. И вот такая душевая кабинка. Также есть окошко, чтобы проветривать. Поднимемся на верхний этаж. Домофон присутствует. Лестница у нас мрамор. Это для тех, кто хочет купить квартиру в Алании, просторную, 3+1. Обращайтесь. Вот по заказу нашего клиента я нашел нормальную квартиру. Надеюсь, купит. Так, здесь у нас такая просторная, такой просторный санузел. Вот такой проход и здесь душевая кабинка. Просторно. Вот это гостиная комната. Здесь отдельная кухня. Очень важная вещь.
На данный момент очень мало квартир с отдельной кухней. Очень просторная гостиная комната. Самому захотелось вкусить. Вот вид на море. Изоляция хорошая. Я сейчас поднялся. Август месяц, но в квартире не жарко. Вот такие виды тут с этой комнаты. И вот наша отдельная кухня. Вот такая просторная. Встроены шкафы, вот так сделано красиво, уютно. Потолок высокий, не маленький. Наверное, 275 даже сантиметров. Вот такая просторная кухня. С выходом на террасу. Терраса не совсем большая, так пойдет. Можно установить стол, зонтики, гамак даже поставить. Вид этот не закроется. Вот Барбаросса, центральная улица Махмутлара. 210 метров до моря. Рядом есть рестораны, маркеты и тому подобное. Вот вид на горы. Так. Хочу подвести итог этой квартире, дорогие зрители. Это был заказ. Я нашел четырехкомнатную квартиру. Южно-восточная сторона. Продается она в таком состоянии. 8-9 этаж по российским меркам. Так, в лифте 7 этаж. В год постройки 2017 конец, 18 начало. 180 квадратных метров, отдельная кухня. Присутствует два санузла, один на первом, один на втором. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 115 тысяч евро. С вами был Агаси из Солнечной Алании. Всем пока-пока.